И в продолжение темы. Корейский праздник Чхосок отметили в Кызылорде. Чхосок – это праздник нового урожая. Чхосок – один из главных корейских праздников. Отмечается в середине осени с завершением уборочной страды. Его принято праздновать в кругу семьи, приглашать в гости друзей и близких. Собравшиеся поздравляют друг друга с богатым урожаем. Среди неизменных ритуалов – выражение уважения пожилым. Сегодня корейцы Кызылординской области празднуют праздник Чхосок. Это праздник, он называется, в общем-то, праздник урожая, завершение сельхозработ, сбор урожая, ну, традиционный праздник у корейцев. Ну, к этому празднику корейцы еще приурачивают родительский день.